чтобы все люди, и праведные, и неправедные, уходили в преисподнюю. Надо прямо так смотреть, чтобы не кособоко было. Прямо вот сюда. Если будет. На экран. Отпахнет для них врата иные, ужасные, ведущие в ад. Но в этом и великое утешение для христиан. Мы должны бояться делать грех, но не должны бояться дьявола. Он не вернет верующих в ад, ибо ключи ада и смерти в руках Спасителя. Хотя и сама смерть не от лукавого. Он был человекоубийца от начала, Евангелия от Иоанна 8:44. Но никто не умрет, не будучи предназначен на то Христом, и для верующего смерть приобретение, Филиппийцам 1:21. Поэтому Христос и говорит: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Это слуги дьявола. А бойтесь более, с большой буквы, того. Что там такое, душа? Всегда тихо, микрофон выключите. Кто может и душу, и тело погубить в гиене? То есть Христа. Матфея 10:28. Ключи от врат райских и от врат ада в руках Христа, победителя смерти, живущего вовек. Он и Спаситель, Он и Судья. Толкование закончено. Можно порассуждать, у кого есть вопросы, задать или высказать что-то. Можно вопрос? Пожалуйста. А вот там вот говорится, что все шли в ад, все, ну вот вы читали сейчас Откровение, все шли в ад, и праведные, и неправедные. А вот в другом месте говорится, что, ну где притчу о Лазаре Христос рассказывает, что, ну, Лазарь был как бы в раю, ну или не в раю там где-то, ну что, а этот мучился. Так получается, не противоречат вот эти два места Писания? То есть... С одной стороны говорится, что все шли в ад, а с другой стороны говорится, что ну, Лазарь был, ну, там, в каком-то другом месте, чем... Ложа Авраамова называется. Да, ложа Авраамова. Это что, в аду это ложа было, получается? Лоно, было лоно, не ложа, лоно. О, ну, лоно, извините, я не расслышал. Вот такой вот вопрос. Кто что думает, подскажите, пожалуйста. Ну, я думаю, давайте для Тихоновича слово дадим. Ну, в первую очередь, Луки 16 глава говорит о том, как было до сошествия Христа. И это больше никогда не повторится. И поэтому сам по себе вопрос сегодня, если серьезно уже думать, он никакого значения для нас не имеет совершенно. Потому что ныне Дух идет к Господу. Ныне же будешь со мной и в раю. А тогда это не было сказано. Это сказано было только на кресте. И первый, кто переменил эту обстановку, был разбойник. И все. Поэтому сегодня, ну, у церкви есть в своем, как сказать, предание или что. Это Василия Нового Жития о Феодоре Цареградской. Что молитвами святых она прошла мытарство. Душа проходит 40 дней. Вот люди справляются с сорочиной. Вот все. К Аврааму сегодня никак это не относится. Авраам выведен.
та обстановка прошла, и фактически разговаривать уже не о чем. То есть мы говорить будем о прошлом. Нам нужно говорить о настоящем и о будущем. А прошлое, ну, что там догадывается? Тогда никто не знал, а теперь ад, говорит, пустой. Теперь он наполнен другими жителями. И они ничего не видят. Вот так. Все, спаси Христос. Ну, значит, следует, все-таки Авраам все-таки был в аду, но было две разных каких-то. Не в учениях. Иоанн Златоуст говорит, кто видел? Видел тот, кто находится во тьме. Вот возьмите стих дома, зажгите свет, а на улице темно. Ты в темноте ни одного не увидишь, а тебя увидят. Значит, Авраам был в светлом месте. Видишь, как он рассуждает? Понятно, ну, все, мы это понимаем. И далее, он не мучился, потому что у него просили избавления каплю воды. Какое-то место Шеол. Как его понимать? Зачем? Ничего больше Библия не говорит. И поэтому добиваться каких-то тонкостей не следует. Это праздный вопрос. Но я буду знать точно, сколько там отделений, Шрастры, Леонида там, ну и еще дальше. Андреев там придумал, он пугал. А Лев Толстой говорит, он пугает, а мне не страшно. Потому что, во-первых, не верит, а во-вторых, тот, ну что, со стороны нечистой силы объясняет. А дьявол всегда обманет, он скрывает, где можно упасть человеку. Поэтому говорить о гиене, о смерти нужно ежедневно, говорит Иоанн Златоуст. А люди мира стараются не говорить, да не портить настроение, да аппетит и прочее. Понятно. Я просто говорю, что мне Бог дал талант понять, что у меня нет таланта. Вот дал мне такие знания Бог, что я понял, знаний у меня нет. Вот это мне дал Бог понять. И поэтому я смиренно склоняюсь, как сказали святые отцы. А зачем мне эти подробности догадываться? И что это даст? Ничего. Мне сегодня своих грехов намотал за день-то. Там огорчили, тут у меня взяли, не отдали, пропало. И я заволновался, как Иоанн Кронштадтский говорит, и я согрешил. Но я помолился, и Господь меня простил. Спасибо. Слава Богу. Идем дальше. Откровение 1.19. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Толкование. Итак, напиши, что ты видел, то есть все видения, которые были ему показаны. И что есть, и что будет после сего. Откровение вскрывает нам тайны грядущего, как в веке сем, так и в мире ином. Но корни грядущего уходят в прошлое, и поэтому Иоанну повелевается написать не только грядущее, но и то, что есть, что было при его жизни. Господь сам дает толкование о звездах и светильниках. Откровение 1.20. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей. И семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Толкование. Кто такие ангелы церквей? В кавычках «ангел» – это греческое слово, означающее «вестник». Здесь это благовестники Христовы, охраняющие и ограждающие стадо Христова от волков и всякого зла. Это пастыри церквей, их епископы, Христово священство. В лице епископа каждая церковь имеет своего ангела, возвещающего ей слово Господне и ходатайствующего за нее пред Богом. Сказанное «ангелы церкви» относится непосредственно к ее епископу. Отчасти же относится и к пресвитерам, поскольку они на приходах исполняют волю епископа и совершают свое пасторское служение. Господь открывает здесь также, что пастыри церкви в деснице его. Какое-то чудное утешение, ибо сколь немощен человек, и кто может дерзать на столь высокое служение, как священнодействие Христово? Облеченный в плоть священник,
властью, данную ему Христом, отверзает небо. Матфея 16:19. Низводит Духа Святого. Деяния 19:6. Изумляет бесплотных. 1 Петра 1:12. Велико служение, но великое искушение, велики гонения и страшен суд. Кто бы дерзнул на это, если бы Господь сам не держал пастырей в деснице своей? Они в руках Его, и Он обещал пребывать с ними во все дни до скончания века. Матфея 28:20. И священно действовать они будут, доколе он придет. 1 Коринфянам 11:26. Поскольку пастыри в деснице Господней, то всякий, посягающий на пастыря, отвергающийся от него, противоборствует деснице Господней. Посему тщетны все усилия гонителей церкви, а также всяких еретиков. Сколько великие гонения не учинялись, ничто не смогло победить хранимых в деснице Всевышнего. Так в древности от римского императора исходил даже такой приказ – всех епископов казнить. Кажется, кто пойдет на это служение? Но никогда Христова церковь не оставалась без епископов. Шли, они знали, когда шли на рукоположение, что этим подписывают себе смертный приговор, но шли. И это были золотые священники древней церкви. И в наше время безбожие масонство великого поругания церкви, необыкновенного распространения умножения ересей, хранит Христос и твердо держит в своей деснице досточтимое апостольское священство. Вот такое утешительное толкование по поводу священства, что они в деснице Господней. Вот. Вопросы? Ну вот у меня вопрос. Очень часто, как бы, на Игнатия Тихоновича в интернете нападки за то, что вот он поносит церковь, обличая священников, и вот за священников прям вот они готовы, как бы, рубашки на себе рвут люди. Может быть, они недопонимают, вот, и может быть, они читали это толкование, хотя я в этом сомневаюсь. Что показывал, говорят, да, священники в руке Господней, так что теперь, они неприкосновенны, и ничего, нельзя про них говорить, или же как поступать? И молчанием предается Бог, видишь брата согрешающего, он священник, он же такой же человек, он хоть и обречен в это, и в деснице Божией, но однако склонен к греху. Его тоже нужно наставлять, если он не туда ведет. С одной стороны, если они в руке Господней, почему вся Библия переполнена гневными словами против священства? И в Ветхом Завете там Господь, пророки просто разносят их, что они творили-то, эти священники. Какое-то противоречие. Казалось бы, если они в руке Господней, то они должны быть светом миру, чтобы все на них равнялись. А сейчас только и идет в интернете, что вот там то не так, да другое не так, да. Вот такое вот недопонимание, недоразумение у людей. Это не недопонимание, это беда. Беда такая, что и священники, и все, у нас прекратилась встреча с Богом как таковая.
рождения свыше как такового нет. Вот у нас есть человек, вот, который спорит, он говорит, рождение свыше, что это такое? Вот крестили тебя, а ты родился от воды, вот твое рождение свыше. Я говорю, хорошо, пусть это называется рождением свыше, но тогда должна быть еще встреча Бога, с Богом, чтобы ты родился от Духа. Потому что тот, кто родился от Духа, тому уже не интересен этот мир. Он идет за Христом, ему интересно Священное Писание и угождает Богу. Ему уже грех это. А человек, который не встретился, там хоть его рука положи, там хоть в пресвитере, хоть в епископы, он не встретился, он будет там все равно думать о мирском, как мирской. И будет жить как мирской, и поступать как мирской. А только маску наденет, чтобы обманывать там людей, якобы он там не грешит. И кривляться будет перед людьми, там, проповедями какими-то такими поверхностными. А на самом деле ничего внутри нет. Он с Богом не встретился еще, не родился он свыше. Поэтому крещение водное – это еще рождение только от воды. А вот рождение от Духа – это другое. Почему удивляются многие? Ну что, вот рукоположили, да, есть на нем благодать священства. А человек мирской абсолютно. Мозги у него абсолютно мирские, повернутые на другое. Вот и все. Ему интересно, что в миру, что мирское. Ему Библия не интересна, а техника интересна ему. Там вот мотоциклом заниматься, машину чинить интересно. Вот, постоянно. А Библию он читать не будет. И он для него это ремесло просто там. Помолился там, вынужденную молитву, что нужно, вычитал там, кадилом помахал, и все, больше это беда. Беда-то беда. Ну, рождение свыше-то это что? Не от Бога милующего. Пока с Богом не встретится, Господь не от хотения мужа, но от Бога родились. Дух дышит где хочет, он сам выбирает, с кем встретиться, кто встретится с ним, кто не встретится и когда встретится. А в церкви всякая рыба плавает, там и рожденная свыше, и нерожденная, и все, там все. Кипящий котел. Так, час прошел. У кого какие вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Так. Нет вопросов? Илья Тихонович, вот на мой вопрос, можете несколько слов сказать по поводу недоразумения о священстве? Как вот они вроде в руке Господней, они рукоположены от апостолов, а творят такие беззакония. Так, почему так вот Господь попускает? Ну, понятно, что я не имею права вопрос такой задавать. Кто-то видно, что спорит с грешником, но однако... Ну мы священники не в раю находятся, а на земле. А Адам в раю был и вывалился оттуда. А Иов сидел на гноище, на навозной куче, говорит Иоанн Златоуст. И прославлен навсегда. Все от человека зависит. Священники такие же люди. Откуда берутся? Да из нашей же среды. А зачем? Вот лежат в больнице местные настоятели. Перестройка началась, а работы-то нигде нету. А там лежат парторги, болеют там. Он говорит, вы не думайте, прокормите просто. Подавайте в семинарию, сейчас закончите. А пока не кончите, все равно можно там научиться что-то делать-то. Знакомые есть, вы хорошие люди. Все, ответ дан. Я о другом хотел сказать. Я очень интересовался толкованием откровения Иоанна Богослова с самого начала, с 62-го года, когда у меня в руках появилась Библия.
И там, где я находился, город Венспилс, Латвия, там много разных сект. А там пограничный район, отовсюду приезжают и приносят. И что интересно, я их считал, конспектировал, сравнивал и вижу все разные. И Библию прочитав, в течение 4 месяцев Господь позволил мне полностью разобраться, что это неправда. Места Библии противоречат тому, как они толкуют. Но где найти? И вдруг открывается, что самая приемлемая церковь – это Андрея Кесария Каппадокийского архиепископа. Ну, наконец-то я нашел. Нашел уже в Искитиме, у старообрядцев. А оказывается, толковый называется апокалипсис, трехтолковый. А мне говорят, ну, это еще ничего, у нас, говорит, есть семитолковый. То есть один и тот же стих толкуется 7 раз. И принять или не принять это зависит от тебя. Вот что значит церковь. И когда я прочитал толкование, я его сразу перевел на русский язык, он на церковно-славянском был, прям книжечкой как издал. Я разочаровался. Они ничего не толкуют. Они говорят, то, что написано в апокалипсисе, это было сказано по другими словами. Вот смысл-то в чем. 1000-летнее царство. А почему Христос о нем не учил, а только в Откровении? Да это время евангельской проповеди. Началось оно на Голгофе, на кресте, с креста. Теперь белый конь. Вот белый конь это белый, а красный конь красный. Вот они воевали, кто победу одержал. Ничего подобного. Белый сравнивает, что это белое, это святость. Белый конь, на котором там восседает, вот это святые, одетые в брачные одежды. И Господь восседает их, уподоблю тебя кобылицы моей, песни песней говорит. Другое толкование. Дьявол мимикрирует. Он тоже старается принять вид ангела света. Это вид его такой, только на них восседает не Христос, а дьявол. А как так? А очень просто, говорит, лев из колена Иудина, лев. Кто? Верующие знают, речь идет о Господине над всей землей, над зверями, на Господе нашем Иисусе Христе. А дальше лев рыкающий, кто? Дьявол. Одним и тем же именем называются. Ну, ничего. Ты только теперь, соединяясь с другими местами Писания, ты поймешь, о чем там идет речь. И здесь настаивают. А вот священники, они такие. Ну, в первую очередь, не все такие. И далее. Я говорю где? Да я уже недавно не говорю. Я уже оземленился. То есть я все сказал, книги выставил. В интернете вот сегодня за 2 дня, я сейчас могу ошибиться, примерно чуть-чуть, я выставил ролики, не ролики, а эти фотографии годовые это, на моем Mail.ru, на моем мире. 2100 фотографий примерно. 2100! Ничего. Это вообрази себе, это сколько, но у меня примерно 6 фотографов фотографировали. Притом никакие это РИА новости. Там доминанты на международных фотоконкурсах очень сильные, имеющие награду от Путина как деятели искусства. То есть хорошие очень даже. Далее. За лето 4 месяца у меня вышло, ну, так примерно, 1060, кажется, 7 что ли, видеороликов. Сейчас у меня 8400 видеороликов на все темы. Пусть смотрят, а запретить мне как они могут. Меня нашу систему причислили к СМИ, к средствам массовой информации. Мне срочно надо было изучить, какие требования, чтобы не нарушить их. Кто это делает, или государственные органы, или система сама. Потому что подписчиков 8000, посещаемость 7 миллионов там 960 тысяч просмотров. Видимо, это... Ну и нигде ничего не находят, никакого экстремизма, ничего нету. Поэтому попытка, если где-то недовольны, а как правило, они ничего не читали, не знают. Ну вот у нас, вы тут приходит иногда Сергей Игнатов с Украины. Вы видите, у нас был. Так я еще не все ролики выставил. Каждый день выставляю. Он уехал-то уж когда. И он уехал, и теперь только одно. Ну, человеку-то не 2 года-то, 58 лет. Только одно. Как отпуск получу, так я опять буду здесь у вас в Потеряевке. Так это не он один. Кто был у нас в Потеряевке, по сегодняшний день нет ни одного верующего, я имею в виду верующего.
Не так, что казах там какой-то пьяный забрел, или как-то узбек. И ни один не был разочарован. И сегодня вот один говорит, вот вам задали вопрос, какие качества в человеке, как проповеднику, привлекают людей, притягивают. А вы говорите, мой дядя в Киеве, там поговорка такая. Я не отвечаю ни на какие выпады, но сегодня ответил. Я подробно ответил. Это на сегодняшнем ролике. Зайдите и увидите. Вы не отвечаете на вопрос, вы и так, а я как раз подробно отвечаю на вопрос. Говорю, если к нам привлекают людей с Америки, там, с Канады, с Франции, с Германии прилетают, чтобы побыть здесь, поработать. Нынче из Италии вот был крещение, принял человек, украинец. То значит, что-то есть. А что есть? Я их спрашиваю, что вы заметили у нас того, чего искали? В других местах вы могли найти? Он говорит, нигде этого больше нет. Вот приезжают у нас архимандриты, священники, да и епископы, мало того. И они вслух боятся сказать. А где-то чуть-чуть только мы отойдем вместе, он руку жмет. Наконец-то я увидел, что можно выполнять это все. Как вы могли этого добиться, что посторонних у вас нету? Как могли добиться, что все платят десятину? Как так? И к вам претензий никаких нету. Мы читаем Духа Святаго Господа Истинного. Его Никон выбросил. А мы официально спросили разрешение. Они говорят, так уже давно приняла наша православная московская патриархия, что равно спасительно то и другое. Это всегда было. Дух Святой Истины. Между иконами у нас большие плакаты висят, выдержки из Святой Библии. Есть где-нибудь? По сегодняшний день нигде нету. На аналое вместо Евангелия лежит Библия на русском языке. Простое это все для сектантов. Для православных непростое. Фактически, какой я сан имею это? Ну, честь, мирянин, считай. А епископы приезжают, митрополиты, просят сказать проповедь. То есть они не запрещают, а просят. Я подхожу под благословение, под крест, а он говорит мне, скажите проповедь. Не то, что там я какой-то проповедник, он знает, что у меня есть то, чего у них нету. Вот нынче мы не дождались епископа нашего митрополита, когда день был престольный праздник-то. Почему? Его друг, у них там в Белоруссии, и он собрал всех митрополитов и епископов к себе, там какую-то дату справляли. Он не мог. А я подарок ему приготовил, пачку соли, и передал Бернику Филарету, он иеромонах или игумен, я не знаю, вот, и написал нам, ну, заложил соль в мешочек, такой холщовый, белый, и на нем написал места Писания. И всем священникам сказал, они улыбались, принимали, я им надарил. И корни солодки по пачке, и Володя печет хлеб по булке хлеба. Вот теперь размышляю, зачем я это сделал, я им пояснил, я не обидеть хотел, не насмеяться, ну, в первую очередь, с хлебом, с солью, когда встречают, так, подожди-ка, вот. Это привлекает? Да, привлекает. Открытость. У меня Бог убирал страх. Вот у нас старообрядцы есть, они боятся на занятия даже приходить, а другие ходят спокойно, ходят, ко Христу подходят на богослужение, а ходят в одну церковь, а священник там запретил от причастия, это самая страшная игра, причастием играет. Мне Бог не дал это, то есть я награды никакой за это иметь не буду, потому что у меня нет этого. Нету. Вот человек бывает с копцом родился или оскоплен был. То есть у него нету тяги к женщинам. Ну нету. Что она есть, что нет. Как юродивый забежал с тазиком в баню к бабам-то. Они как поняли, что мужик-то голый. Они вот тазиками пошли молотить-то. А он оттуда выскочил и спрашивает его, я попутно сказать. Ну как себя чувствовал? Как дерево в лесу. То есть ни один сучок у него не шевельнулся. А что? А какая разница, говорит, там вода горячая и холодная, и у мужиков горячая и холодная. Ты понимаешь, что он сказал? Вот так и здесь. Я говорю, это открыто епископу писал. Писал об этом в ООН, об их непорядках и как масоны отвечать будут. Писал генеральным секретарям. Меня вызывали, но нападок не было, даже в советское время. Всем патриархам, начиная там, кажется, с Алексея и с Пименой, всем писал обличительные письма, грозные письма. Ну, согласно Слову Божию, что делается в церквах, привожу места из выдержки Никона,
Ну, они Никона отрицать не могут, не сорабрятся. Он говорит, я окоростовал, и вы вместе со мной окоростовали. То есть овцы паршивые. Вот и все. Они же это понимают. Почему я это говорю? Я болею за народ. Я им привожу местописание. Как вы будете умирать? Что вам будет явлено в первый же день? Какие мытарства вы не пройдете? Я для чего? Что уколоть? Или я такой-то крутой? Или нет, я об этом молюсь. Как сейчас он пишет, говорит. Ну кто видел такое, что мирянин приходил и священников в открытую обличал? А они его не принимают. И он выходит во двор, церковный двор, и часами стоит на коленях и плачет о них. Я не могу это сделать. Это Бог делает. И что? Они подходят и утешают. Я говорю, утешение мое, если вы обратитесь. Если народ из-за вашего неведения не будет погибать. Люди обращаются к пастырям и ищут ведение закона, Малахия говорит. Ведение закона. Закона. А не то, что я грамотный, неграмотный. Их академии никакого значения не имеют. Они кончают их для того, чтобы уметь оправдать любое беззаконие. И они между собой-то, когда рассуждают обо мне, совершенно по-другому. Это кого-то понуждает. Я сейчас хотел прочитать вам стихотворение Крафта. Сегодня читал, но не нашел. Сами зарядите, найдете. Крафт такой поэт был. И он обращается к тем, которые гонят, и говорит, какое счастье, что вы у меня есть. Вы что-то показываете, а я думаю, показали, а неправильно. А теперь я разные варианты беру, как бы туда мне не попасть. Вы на яму мне указываете, хотя я туда не попал, но вы меня туда сталкиваете. И вы же за это страдаете. Я за вас молюсь. Вот интересно, какая мысль. Мне вреда они никакого не сделали. Кроме того, что сделали известным. Не где-то, а за рубежом. И когда я освободился, поповские нападки, а там за таких людей молились, у меня сразу приглашение два пришло от митрополита Виталия и от сегодняшнего Илариона в Канаду. Вот и все. В первую очередь, вернемся назад. Откровение толкуется Библией, а не то, что я буду говорить красное, белое или на спичках выкладывать, какая буква получится, Ленин или Сталин. Нет. То есть это все было сказано в другом виде. А это в духе. Он в духе был. А у нас этого не хотят никак понять. И что ему отвечать? Я ему истину открыл, показал, где вот у нас толкование со всех святых отцов, отец Геннадий вас собрал. Будьте благодарны, получили. Все. Я говорю, что был очень разочарован, когда прочитал толкование святых отцов. Я-то ждал, он прямо укажет. Москва, звезда, Кремль, сатана там квасится, лежит в ванне. Оказывается, ничего подобного. И написано, такой-то понимает так. Кирилл Иерусалимский вот так, Ефрем Сирин вот так. Андрей Кесарий так. Вот три уже толкования. Церковь приняла главное, вот четвертое. А дальше пишет, аз же мню. То есть, а я думаю. То есть, он сам пишет и говорит, аз же мню, что будет печать это невидимое. Вот 666, она видимая будет или невидимая? Святые отцы расходятся во мнении. Притом, примерно равная половина. Половина говорят, она будет видимая, а другие говорят, нет, это духовное отречение от Христа. А ты как понимаешь? Я думаю, возможно, что будет и видимая. Но она будет невидимая, потому что исчитывать будет прибор. А сейчас на костной ткани они делают это. Никакого чипа не надо, ничего. На лбу, на щеле. На костной ткани, а на коже ничего и нету. Ты зашел в магазин, ты еще к кассе не подошел, она уже считала. У тебя денег столько-то, брать можешь на столько-то, до свидания. Полиция тебя не ищет, КГБ с тобой дел не имела. В тюрьме ты не сидел. Все данные у нее на мониторе высветились. Да здорово вообще, ты или руку показал только на правой руке. Уже считали, вся информация. И ни деньги не своруете еще. Вообще-то здорово, если бы это не было против Бога. Печать будет дана при отречении от Бога. Вот это главное, о чем мало кто говорит. И поэтому, когда тебе эта истина открыта, вот на меня больше сейчас нападают баптисты. К нам в Потеряевку они приехали нынче. Четвертый, кажется, раз. Ну и поют, они петь умеют. Я вчера вам разослал, что такое ересь-то. А я говорю, вы еретики. Они Писание совершенно не знают, баптисты. А баптисты самые лучшие из всех, из еретиков. Где вы деноминации конфессии нашли эти слова? Их нет. Это сатана крышку сделал. Двумя словами закрыл греческое слово ересь.
И вот они нападают, ругаются ужасно как, только не матерятся. Да вот вы не знаете, да вы вот неверующий, да ты старик, там черт рогатый, вот так вот на меня. Это интересно. Такие благочестивые приехали, а я прошел по деревне и всех расспросил, по ролику записал. Как вы думаете, до чего они приезжают, который раз? Чего они хотят? Их приняли наши, там на дорогу снабдили, там сливок, помидоров дали, хлеба. Народ-то, ну, что они имеют в виду, что мы пойдем баптисты или что? Да сохрани Бог думать даже. Но вражды никакой нету. Я только людей записал, как они думают. Так они на это вот, вы ходите, делать вам нечего, лучше будет то и другое. Лучше бы я благовествовал. Да вам всем вместе столько не побыть на благовестии, и моровой практики не было, сколько мы проехали. Даря везде. Так что, а нападает, он ничего не знает. Не знает. А если бы он знал, ну разве он посмел бы, как Максим Степаненко говорит, щенки лают на льва, на меня. Ну только делов-то. А караван идет своей дорогой. Ну твой вопрос что отвечать-то? Ты сам его и ответил. Я сегодня этому вот, который говорит, я как бы не по вопросу отвечаю, и как раз я отвечаю, что привлекает людей к нам, необычность. То, что мы открыто это говорим. Конкретно людей привлекает труд, который они видят. Это вы делаете бесплатно, да? И два, говорит, блаженных около него. На меня называют гуру. Степаненко говорит, вот этот гуру. Гуру-то за счет чего живет? Гуру, как голуби. А этот гуру... За 2 года больше 1 000 000 зарыл землю. То есть сделал что? Плотины, дорогу. И 2, говорит, блаженных с ним работает. Бесплатно. Ни копейки никто не дает. Даже батюшка говорит, может с деревенской кассы снять, а там крохи. Вот я нынче только 220 тысяч отдал. Нынче только. А уж работа-то фактически закончена. 4 месяца бесплатно работаем. Вот тебе и гуру. И все они от меня отпали, потому что он из их среды. И он говорит, вот я побыл по Теряевке, я слышал разных проповедников. Это он все в интернете выставил, Максим Степаненко. Он много лет был, 15 лет, кажется, председателем миссионерского отдела Томской епархии. И ни одно слово ничего на меня не действовало так. Вот со мной побыл рядом, говорит, я много изменился. И у меня отношение и там к матери, и к жене, все изменилось. Вот это людей привлекает. А как вы могли достучаться? Я не стучался, я просто живу и работаю. Я ничего не придумываю. Никаких талантов за собой таких я... Что я? Я же не Геннадий Фаст. У того и университетское образование, сейчас он доктор богословия уже. У меня ничего нету. Есть только одно, что я люблю моего Господа и люблю Библию. Вот Сергей спрашивает, а Сергей, сколько раз обличал? Ты же это знаешь. Обличение разве может быть во вред? Павел говорит, неужели, говоря правду, я сделался врагом вашим? Я вижу, что вот это губит. Губит человека, губит его добрые плоды. Я ему говорю, по телефону разговаривал как-то с Осиповым. Я ему тоже сказал, галстук-то зачем носишь-то, масонская удавка, аксессуар 21 века. Зачем бреешься, 80 лет вам. А в нас-то этого они лукавца-то не видят. Да, он неверующий, может быть, масон в последней степени. Не знаю, но верующий не пойдет. Это стихия мира. Вот я говорю, его патриарху говорили. О, патриарху я уже сколько раз говорил и писал. А мой митрополит приезжает. Ну и митрополиту говорил. Ну не со зла. Я ему соль дал, присыпьте. Слово ваше должно быть солью, не пресное. Посмотрите, что делается. Каждый 5-й церковный служитель в Алтайской епархии запрещен. Не за богоугодные дела. А мне говорят, вы прошлое говорите. Сегодня намного больше. Вот и все. А к вам такие священники приезжают? Нет, не приезжают. Нету, они злодействуют, злодейски. А были они? Они не были, он не знает. А если приехал? Ну, может быть, Господь бы его коснулся. Один приезжал, тут выступал, а его все задолбили прям сразу. А остальные только слушают. Я ничего особенного-то не говорю. Я говорю, что надо помнить о смертном часе. Мы, чтобы вовек не согрешить. Видеть недостатки эти, чтобы исправить. Вот конкретно. В Сибири за последние годы, вот эти годы, исчезло 11 тысяч поселений. Север опустел на 60%, Дальний Восток на 40%. А я про это и говорю, начинайте работать.
Вот мы взяли землю, маленько, ну, а пример-то какой? Убрать трудно, уязвимый труженик сельского хозяйства обворовывает. Но он делает, у нас Игорь Барабаш, делает, он кормит. И гречка у него, пшеница, и горох. А Женя, он рядом живет, 7600 гектар обрабатывает. Когда не обращусь к нему за помощью, он сразу. И семечек даст моим голубям, и деньгами, и машиной, там, КамАЗ, и приедет грейдер. Вот что значит дружба. Он слышит, да, он радостный, когда слышит. Хотя у него бывают и непорядки какие-то. Жена позвонит, уже не такой труд, помолиться. Они не нашего круга, а молятся, молимся. И он приезжает на праздники. Я попутно все сказать, что привлекает людей. Привлекает то, что ты деятельный. Какой бы ты ни был, ты должен знать, что хоть один талант тебе дан, другой притчи нету. Вот, Сергей, что-нибудь из этого, что я сказал, вылови крошку-то, и ответ готов. Благодарю, спаси Христос. Слава Иисусу. У меня что-то не включилось, она тут. Приехал Роман у меня находится. Машину там в сервис сдала. А Витя приехал, не могли завести никак. На аккумуляторах приехал. Генератор новый купил. Пошел там, проверили его. Он негодный, ему дали новый. Даже неожиданно так. Он поставил его, не мог поставить. Николая Кручина вызвал, поставили. И вчера утром выехал. Вот подними, понимаешь, на нашу газель, русская газель, ну, на Нижний Новгород упускают, это Колымага, а для меня белая лебедушка. Интересно, в Вене были, где там, в Берлине, машины-то те меньше, а уйдешь далеко, а на обратно идти-то где машина-то, она возвышается над ними-то, выше, корпусом-то. Да белая такая, мы ее там заедем в мойку, там очистят. Я ее люблю, а другие, да какая-то машина, она только где-то по району ездит местного значения. А мы от Тихого до Атлантического океана прошли, Скандинавию, Прибалтику и север. Да когда мы приехали, у нас там деталь сломалась, внутри там какая-то передача. Вот. И когда приехали в Нижний Новгород, это же чудо Божье, вот чудо Божье. Нам, кто там, главного инженера, главного конструктора, да что вы там, пятиэтажное или семиэтажное здание. Мы вышли, стали молиться, нам вышли и сказали, вы мешаете здесь стоять. Я говорю, давайте в сторонку. И стали молиться, подняли руки, молимся, зажмурились. Глаза открыли, перед нами стоят люди. Главный инженер, главный конструктор и зам директора. И они целый день с нами. Сразу же дали механика, сел в машину, стал слушать шум, где еще у нее не так. В столовой дали указание нас накормить, а мы говорим, у нас постный день. Они на улице, мы сидим на лужайку, принесли еды. Корреспондент пришел там, фотографа прислали. Ну, представьте, машина-то какой путь-то прошла, проделала. Ну, 120 тысяч километров, а ее ругают. А мы рекламу-то какую дали-то сразу. Понимаешь, как Бог делает? Бог! Ты даже, мы ничего не знали, нас примут, не примут. А вот так приняли по рангу, как будто мы министры какие. Вот вчера я нашел... Где-то, не знаю, кто подсунул мне старое, ну, когда проявляют пленку, там на ней 17, кажется, кадриков всего. Но что на ней, как узнать? Ну, у меня знакомый фотограф, Воловоев Александр Павлович, вот его бы найти мне. И он бы, представь себе, год он не звонит, его нету. Вот вчера пленка у меня в руках, и он сразу звонит. Я так ахнул. Господи, да какие чудеса ты делаешь-то? И он звонит и говорит, а можно в Потеряевку поехать? Я говорю, ты сначала пленку мне прояви. Он говорит, да у меня теперь и проявить или нету? К Аспришину обращусь. Вот так. Вот только подумали, тогда носили книги. Тут был семинарист хороший, Вадим Четвергов. Хорошие статьи, мне понравилось. Я книги подарил и послал Володю, Игоря Дыбунова. А потом он исчез. Ну, его священника рукоположили. Его нигде нету. Я сижу и говорю, вот Четвергов был, потерялся. Еще не понял говорить, звонит по телефону Четвергов Вадим. В каком городе? Люди скажут, это подделка. Никакой не подделки. Зачем это нужно говорить? Это Бог. Прежде прошения знает. Прежде прошения наше, он простирает руку. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные.
а то считают трудящиеся, еще и сказать крестьяне. Труждающиеся, то есть изнемогающие. И вот что людей привлекает. Ну, толкование знать надо святых отцов, и не надо плутовать-то. Так верил Златоуст, так написано. Ну, а памяти нету. Ну, напиши на бумажке, памяти нету. Читай больше повторения, мать учения. Несите веру православным людям. Вот и весь ответ. Я на занятия-то не хотел ходить. Просто, ну, чтобы вы более активные были. Ну, а сегодня Сергей пригласил уже тут в конце. Я слышу ваши звонки, но не захожу умышленно. А то, говорит, вы предвосхищаете право говорить. Это неправда. Я в угол забился, на собрании тоже уж. В конце все выскажутся, тогда Виктор Андреевич меня вытягивает. Одно слово сказали, я ключи сдал и пошел в угол, сел и сижу. Говорить-то надо так, чтобы люди желали этого услышать. Вот и все. Тебе что говорит? Ты все это видел, когда мы в епархии были. Я говорил им, сейчас 10 минут, кажется, дали слово на второй встрече-то. А секретарь епархии, Беляев, отец Сергий-то, я кончил, говорит, он говорит, я под каждым словом Игнатия Тихоновича подписать все могу. А я там столько грозных мест писания показал, и епископу тогда Дмитриев был, Максим. Не то, что вот я хотел бы сказать, но дело показывает необходимо. Мы все смертные. А я умру сегодня. Нужна мне эта дружба с президентами, с патриархом? Да нет, конечно. А я у меня ордена, медали. Да не нужно это ничего. Там будет другая шкала измерения. Совесть. На первом месте совесть. Не Библия на первом месте, совесть. Иоанн Златоуст говорит, пока не написано было закон Моисеев, как же люди-то жили-то? Совестью. То оправдывает, то судит. И он говорит, Евангелие это вторичное. Первая совесть, когда люди перестали совестью пользоваться, сожженной совестью, тогда, только тогда Бог дал второе, это Евангелие. Давайте хоть по писанному закону научимся. А который праведник живет, ему Бог полагает на сердце, он знает нельзя. Знает, кто такой-то человек. Нам не нужно, говорит, вы письмо читаемое, нам не нужны одобрительные письма. Вот человек такой-то, да вы знаете, кого приняли, а вы знаете, вот он такой-то. Меня не переубедишь никак. Почему? А потому что я рядом нахожусь. И человек замолк. Ну, так обо мне. Вот я говорю, ну, там говорят, плохо. И вот, ну, сильно плохо. И друг у друга воруют. Кемеровская епархия говорит, это как белое братство, звенящие кедры. Кедры звенящие. Да мы их на сваи пустили бы. Ну, не знает глупости. А вот если бы знали... И в Нижнем Новгороде какого-то священника там вопрошает, отец Сергий, а вот Игнатий вот такой-то, ну слышал, ну и что? Да вот он такой-то, он там это, ну и говорят, он говорит, а вы вот так рассудите. Я слышал, он насчитал Иоанна Златоуста, да в интернете больше нигде нет, да нет, не только его. Так это как, по-православному или нет? Ну да. А жития святых только отдельно, он насчитал? Ну да. А бывает, чтобы у него люди-то обращались? Да много. Он доктор богословия, патриархийный Павел Бочков говорит, тысячи людей пришли. Ну, не тысячи, может быть, 2-3 человека, это все равно кто-то пришли. Ну и что? А куда направляют? Да никуда, всех патриархии, так а что вам еще нужно-то? Вы же сами сейчас и ответили, кто он? Ну, по-другому, как Максима этого Каскона спрашивает, а он молчал, молчал, а потом и говорит, а еще могу сказать, я внучатка Игнатия. А как так? Да я, говорит, обратился через отца Геннадия Фаста, а Геннадий Фаст через Игнатия, но я его внучатка. Владимира Головина спросили, и он что ответил? С каким восхищением? И спросили, гордиться нет. Вот человек горячий такой, а впереди там Иларион, патриарх всех поминает, а потом про меня говорит. И вот Писание, все это сошлется куда? У меня ничего этого нет сам о себе. Я же его... не заставлял, я с ним не встречался. То есть он считает, и, а он выставил там про этих португальских девочек, Фатима, где-то. А я написал это все от сатаны. А он выступил, говорил, что от Бога.
Владимир Головин-то. А я его на сайт скинул, что это от сатаны. И этот материал у меня описан трагедия Фатимы, там, кажется, в кисленном православии, там у меня есть. И он не обиделся ничего, а привел в пример. Это показывает величие и притягивает к нему людей. Почему искренность, не лукавство? У него всегда полный храм. Ну что, давайте помолимся. Господи, есть якое весело, Боже, дитя Богородицу, Христа Божия, мою тремя порушую, и Матерь Бога нашего, чистейшую херувим, и славнейшую без сомнения серафим, без истинния Бога слово рушую, сущую Богородицу величаем. Иван Тихонович, помолитесь, пожалуйста. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, даровавший нам жизнь и спасение во Христе Иисусе, услышь и прими нашу молитву, невзирая на наши недостатки. Слава Тебе за этот день, за эту возможность открывать Святое Слово, на которое враги Твои всегда покушались. Научи нас ценить эту свободу, дарованную нам. Благодарю Тебя, что дал веру, святой дар, и открыл нам святое православие. Сохрани нас от уклонения в ереси, в секты, от всего, что не славит Тебя, что не спасительно и погибельно. Все слышанное Слово Твоего вкорени в нашу душу и помоги исполнить, прославляя Тебя. Благодарю Тебя, Господи, что эти 4 месяца Ты нас хранил, сделать позволил нам непосильную, трудную работу и сохрани сделанное нами от людей и от зверей. Тебе, Господи, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Спаси Христос. Аллилуйя. Спаси Христос. Пошли обедать. Отключи, Сергей, нас.